Здравствуйте, дорогие друзья! Начинает свою работу в эфире телекомпания «Нальчик». Вы смотрите программу о главном и не только. 7 декабря 1988 года весь мир содрогнулся от чудовищного землетрясения в Армении. В день памяти учащимися колледжа «Строитель Союза армян» в Кабардино-Балкарской республике была подготовлена литературно-музыкальная композиция. Оставайтесь с нами. Вся земля сотряслась, туч метнулась грядом, сотрясение землю унесло города. Все окопы небес разомкнуться смогли, свел угол сотрясения суставы земли. Жал он бедную землю в такие тиски, что огромные скалы разбил на куски. О Господи, Спитак, ну что ж с тобой? Остался под тобой хоть кто живой? Слезами залилась твоя земля, о сколько горя! Сколько бед, скажу вам я, что сделала природа, Боже мой, в обломках человек еще живой. Вчера смеялась целая семья, а лишь сегодня лишь ты дожил. А сейчас подарец хает ашкару, бог пригучуне хамашкараи. Ми бур адгей, да целеш кес бур, иск ай кес бурден арта сухилу. Մենք հայոց սունը երբեք չենք հանդես, իլիչու պիտի մեր տունը քանդուզես, մեր պաշտած հողը իր գիրկարանը, մեր պաշտած քարը մեր գլխի մտա։ Այո, կհիշենք, նույնպես կգրենք, եթե շատերս չխելագարվեն։ Բայց այս օրերի կալող ու խորուր, պիտի դիմանանք իմ հայ ժողովուրդ, դեր պիտի հաղթենք, ապրելով հաղթենք, և նաև ծիծաղով հաղթենք։ Մարդիկ զոհվեցին, ազնվությունը ոչ, սա է ժողովրդվում։ Դու ինչպես կարողացա իմ հող, իմ քարը, իմ ներ, ինչպես կրեցիք ուժը վազդեց, մարդկանը մոր վերքիտ ինչպես տարա, գավերան թողեցի հոգի նարա, ինչպես թողեցի, որ ռոսի հայոց ամեն արյան, գետը այդ բանա։ Իմ ներ, իմ հող, իմ քար, ինչպես հանդուրեցի, ինչպես տար այդքան վիշտ ու կսկից, դեմքեր տարապալից, հարաչանք ու կսկից, իմ ներ, իմ հող, իմ քար, ինչպես օդում թողի այդքան ամեր ձերքեր աղոթով, այդքան ամեր ձերքեր աղոթով, ինչպես կտրեցի հայվան շինով, ինչպես չխրայեցի վաղ, մատու, կոտրով, իմ հող, իմ ներ, ինչպես կարողացավ իմ հող, իմ ջուր, իմ ձեր, դու որ պաշտամունքի առարկայաս, ազգիս համար, երիցես։ Страшное землетрясение произошло 7 декабря 1988 года в 1 часов 41 минуту по местному времени. 30 секунд, которые длилась стихия, изменили судьбу тысяч человек. Серия подземных толчков практически стерла с лица земли десятки городов и сотни сел. В результате страшной трагедии погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а полмиллиона лишились своих домов. Всего 30 секунд ада, и толчки прекратились. Грохот разрушающихся зданий сменился гробовой тишиной. Но она длилась недолго. Очень быстро городские улицы наполнились криками и стонами. Люди бросились разыскивать родных, натыкаясь на руины, на месте которых раньше стояли дома, школы и магазины. Որոշ մոտակայքերը նույնպես ավերվել են. Մահացածների քանակը հասավ 25,000-ի, վիրավորներինը 31,000-ի, իսկ 54,000-ը մնաց անօթևան։ Руководитель работ по ликвидации последствий землетрясения Николай Тараканов вспоминал позже: «Спитак оказался куда пострашнее Чернобыля.
Чернобыль, ты схватил свою дозу, и будь здоров, ведь радиация враг-невидимка. А тут разорванные тела, стоны под руинами. Поэтому нашей задачей было не только помочь и вытащить из завала живых, но и достойно похоронить погибших. Магнитуда 7 по шкале Рихтера полностью был стер с лица земли. Спитак. Население 16 тысяч человек. Более 80% жилого фонда было разрушено временем Аркани. С населением около 250 человек жителей погибло. 25 тысяч человек раненых было, более 17 тысяч. Лишилось крова 514 до 530 по другим оценкам тысяч человек. Из правительственного сообщения. Всех высших сил натяжения, камни в крови пустой, народ мой, моя Армения, я рядом, я здесь, с тобой. От страшного злого горя душу сковал мороз, и что там любое море в сравнении с морем слез. Под сводами рухнувшей школы навеки веков погас смех и пятни веселой в сиянии горячих глаз. Развалин, как могилы, взгляни, не лиши с ума. Похоже, что злобной силой все смерти земли громили. Здесь улицы и дома, и есть ты страшней картины, чем те, где во тьме ночной тихо стонут руины, залитые луной. И разве же мир забудет, как сердцем припад к земли? От горя седые люди близких зовут во мгле. Ашхенчик, ты где? Ты слышишь? Кровь пальцы, лопата, лом. Пап, я здесь, ты дышишь? Крепись, мы спасем, спасем. Праздник чужим бывает, а горя чужого нет. Забыть ли, как дни и недели с разных концов земли с любовью к тебе летели крылатые корабли, а люди в стройной сборе шли думу и кровь даря. Воистину говоря, вот дружба, скрепленная кровью, и славит тебя в волнении. На всех языках эфир, будь сильна, моя Армения. Живи и цвети, Армения. Сегодня с тобой весь мир. Yeah.
погибших под своими облаками, и живых, и мертвых. Тяжелее всего тем, кто попал в каменный плен собственных домов. Некоторые люди по нескольку дней оставались абсолютно обездвиженными. Придет ли помощь? Историю Эммы Акупян и ее трехмесячной дочери Марьям знает весь мир. Женщина с ребенком провела под развалинами своего дома долгих 7 дней. И только чудом осталась в живых. Сначала она кормила дочь грудью, но когда молоко пропало, проколола палец и в ход пошла материнская кровь. Но это исключение из правил. Многие умирали, так и не дождавшись помощи. Հոսպիտալացվել է 12,500 մարդ, աղետի գոտում 120,000 մարդ, որոնցից 75,000-ը Հայաստանից դուրս դեպի ԽՍՀՆ-ի առողջարաններ։ Չնայած ցար պատերազմից լարվածությանը, երկրաշարժից մի քանի օր հետո Խորհրդային Միության առաջնորդ Միխայել Գորբաչովը պաշտոնապես ԱՄՆ-ից հումանիտար օգնություն էր խնդրել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջին անգամ 113 երկիր զգալի քանակությամբ հումանիտար օգնություն էր ուղարկել փրկարարական սարքավորումների, որոնողական խմբերի և բժշկական պարագաների տեսքով։ Почуй к земле еще другой, покрылось небо слоем пыли, повсюду стоны, груды тел, дома, как по реке поплыли. Земля расцвела, пар валит, как будто злобный демон дышит. Никто их не вызывает небеса, боясь, что Бог их не услышит. Смешались люди и машины, у школы рухнула стена, из недр земли пылал жаром, фонтаном лава потекла.
более 400 поликлиник и больниц, 230 промышленных предприятий, 600 километров автодорог и 10 километров железнодорожных путей. Катастрофическое землетрясение выбило из стран около 40% промышленного потенциала Армении. Помощь начала приходить на третьи сутки. После катастрофы 9 декабря 1988 года в аэропорты Еревана и Ленинграда начали прибывать самолеты с грузом медикаментов, донорской крови, медицинского оборудования, одежды и продовольствия. Не только из Советского Союза, но и из других многих стран. Даже известный шансонье Шарль Азнавур, в котором течет армянская кровь, специально приехал в пострадавший Ереван с гуманитарной помощью, тем самым привлекая мировую общественность к трагическим событиям зоны бедствия. Իհարկե, հասարակական կազմակերպությունը ձեռք չմնացի, և նրանք էլ մեծ օգնություն հասցրեցին ժողովրդին։ Նաև օգնություն բերելու ճանապարհի տեղի ունեցած վթարի շնորհիվ տեղ չհասավ ԽՍՀՄ-ի ինքնաթիռը, որտեղ 9 անձնակազմ և 69 զինծառայողներ։ Города и села погребло перечисление в Армении, и все с ними унесло все созданное поколение. Урон безмерный, но ничто не может быть сильнее жизни, ведь жизнь дано созидание и творение. И взрывы новые земли вселяли ужас, смуту, бежали люди, как могли, но смерть настигла всюду. Больницы, школы поглотила ненасытная земля, детей невинных погубила, за что же кара так сильна? Тридибальный шторм разрушил людские жизни, людские судьбы. Вторжением нарушил течение смысла и работы. Город древний Ленинакан, став то утро, как капкан. Он людей не пощадил, многих-многих загубил. Но тот ад сидит во мне, и в тысячах живущих ныне, тех, кто варился в том огне, год от года боли стынет. Гробами был завален он, спустя неделю погребен. Народ Армении, познавший весь этот ад и ужас страшный. О, как слова мне подобрать, чтоб это горе описать. Те, кто успел выскочить из домов на улице, не могли стоять на ногах. Вертикальные толчки сменились горизонтальными. Земля как будто пыталась сбросить людей со своей поверхности. Однако сразу мало кто сообразил, что это землетрясение. Многие подумали, что началась война и город бомбят.
Армения была втянута в территориальный спор с Азербайджаном, который перерос в вооруженный карабахский конфликт. Не стихии опасались армяне, а своих врагов. Но вслух об этом не говорили ни тогда, ни потом. Люди в завалах ждали немедленной помощи, но спасатели прибыли не сразу. Железная дорога перекрыта из-за карабахского конфликта. Аэропорт не в состоянии принимать самолеты. Первыми на помощь пришли пограничники и военнослужащие 102-й военной базы, расположенной под Ленинаканом. Первыми сразу после землетрясения на спасательные работы даже не в военный городок, где жили офицерские семьи, а к детским садам, яслям, значит, в школы, в больницы были войска, направленные из этой дивизии. Хотя землетрясение также застало их врасплох на службе, военные быстро сообразили, что никакая это не бомбардировка, и принялись спасать людей. Тысячи жителей были погребены под завалами. Многие были живы. Пока же. Пошли самые дорогие минуты, отделяющие жизнь от смерти. Для того, чтобы разблокировать со стороны Азербайджана район стихийного бедствия для эшелонов помощи, пришлось действовать методом ультиматума, почти по законам военного времени. Так ведь какая была блокада объявлена нашими же друзьями-азербайджанцами, что эшелоны не могли прорваться в Ленинакан. Идет эшелон, значит, блокируется, не пускают и так далее. Я говорю, давайте мы на тепловозы там или паровозы ставим, значит, наши пулеметы, гранатометы и предупреждаем. Если вы не уйдете с рельсов, мы открываем огонь. Требовались абсолютно экстренные меры, чтобы не усугубить последствия катаклизма, а также спасти тех, кто еще оставался в живых. Эго в хасу.
результате страшной катастрофы не было отдано на усыновление в чужую семью всех сирот. Всех сирот забрали родственники. Семья известного режиссера Сарика Андреасяна стояла в очереди на усыновление 4 детей. Хорошо помню детство, как каждый год 7 декабря все вспоминали о землетрясении в Армении. Даже после развала СССР это было. А потом стало постепенно затихать, что, на мой взгляд, неправильно. Помню трагедию, мы проявляем уважение к людям, которые через это все прошли. Людям, жизнь которых тогда оборвалась. Это день памяти. А тротуары, что в тени, листых кленов утопали. Асфальт не видели они, но каждый день их поливали. Жар согнав по вечерам, все высыпали на прогулку. Цветы, мороженое дам, и детский смех по закоулку. Кинотеатр и духовой оркестр, кто в час перед сеансом, звучал кларнетом и трубой, а в парке мы, конечно, танцы. Так было сквозь седых песков, а здесь и радость, и счастье. Но вдруг каскадья мыслей толчком, и все исчезло в одночасье. И детский смех безволкнул, и скрип проектировал. Лишь были черные столбы, завалы, пылач и смерти призрак. Природа ли это был урок, предпонесен слишком строго, или корона взвешен Бог за то, что жили мы без Бога? И в день 7 декабря за упокой мы ставим свечи. И вновь мы просим, прости, земля, даруй Господь порой им вечно. Thank you.
поколениям современных гибрид, сегодня установлено несколько памятников. Самым известным из них был открыт на 20-летнюю годовщину трагедии. Он называется «Жертвам безвинным, сердца милосердным» и изображает нагромождение бетонных блоков и людей. Здесь и соседи советской армии, и французский доброволец с отыскной собакой символично, что установили памятник напротив восстановленного храма Всеспасителя. Отметим ежегодно 7 декабря считается днем поминования жертв землетрясения в Армении. После многих государств высокопоставленные лица страны отдают день памяти жертвам землетрясения возле возведенного мемориала в городе Гибри. В этот день армянские храмы во всем мире проводят специальные панихиды по погибшим в результате стихии. Бабушка, расскажи нам все. Да, расскажи нам все, нам очень интересно. Садитесь, мои хорошие, вы уже взрослые и давно должны были знать нашу историю. Ваш дедушка, он увидел мальчика, который стоял у входа, и увидел, как трясется большая шарообразная реклама на торговом центре. И он понял, что мальчик умрет, если он не подбежит к нему. Я стояла, я кричала ему вслед: «Не уходи, не бросай меня!» Но он меня не услышал, все было так бессмысленно. И тогда я молила Бога: «Прошу тебя, только вернись». Тогда ваш дедушка, когда бежал, я поняла, когда он падал, он повредил колено, и он начал хромать. Но он дошел до центра. Когда он подбежал к мальчишке, он понял, вдвоем они не спасутся. И тогда он мальчишку схватил и увидел, как к ним навстречу бежит отец мальчишки. Он толкнул его, толкнул в руки к отцу, а сам остался. Я благодарю Бога, что больной, что сына мне оставил. Смотрите, сейчас у меня есть вы. Я за это благодарю. Hogan im Hayons, Poker, Chapa.
казанцем. Серто мургурге гирі гамаш, єдна майчин. Мир сілфабадгері, а мих зорері, і шатахнері патранкорне. Є варуме манті, а намарнуме. Є васуме мдзес, амбарат пештов. Айоц імгі, гогі ожнако, оцвен тохн гері лишіннера, сіреннерас. Тох дзер чадрат селера болор, апре, цахке, хоцвайц айс хоган. Дарнан мінор айті, дарнан луш джайн. Айсан нехтар, нехтаранкі, харадевитян, угішатакі. Իհարկե, այս մասին կարող ենք խոսել անդադար։ Հայաստանը այդ պահին ստացավ տարբեր երկրներից մեծ օգնություններ, բայց դրանով ոչ մի հայեցակ չկոծկվեց, դա բայց աղետ էր հայազգի համար։ Անմոռանալի ողբերգություն, 30 տարի արդեն ինչ այդցավը բոլորիս սրտերում է։ Գիտեք, երբ լսում ենք ուրիշ երկրի քաղաքացին խոսում հայազգի մասին, դա այն է, որ Հայաստանի անունը լսելիս նա մի անգամից մտածում է երկի, բարի, հումորի մասին, իսկ որ հայն է խոսում, մի անգամից մեր մտքերը մեզ տանում են դեպի 1915-ին։ Ցեղասպանությունն ենք հիշում, հիշում ենք տարբեր թվականներ, հիշում ենք նաև 1928 թվականը։ Ու եթե լինի ինչ-որ մեկը մեր կողքին, ով մեզ ասի, որ պատմությունը շատ հին է, որ այդ օրերով ապրել չի կարելի, բայց մենք մեր օրերներ ապրելով չենք կարող չհիշել 2016 թվականին տեղի ունեցած ապրիլյան քարոզի պատերազմը։ Հիմա մենք չենք գտնվում մեր հայրենիքում, բայց մենք դրանով պարտավորված ենք չմոռանալ մեր հայրենիքը, չմոռանալ մեր հայրենիքի պատմությունը։ Մեր հայրենիքում, մեր հայրենիքը միշտ եղել է միավորված, և դրա ապացույցն էր 2018 թվականին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը։ Մենք դրանով ապացուցեցինք ամբողջ աշխարհին, որ մենք կանք ու միշտ կլինենք։ Եվ ինչպես մեծ Սևակն ասում, «Արի հպարտ մնանք, դու իմանաց երաս, արի չտրտենչանք մեր անուրախ կյանքում, ոչ մեզ, ոչ մեր բախտի, ոչ էլ աշխարհի վրա»։ Սակայն եկեք չմոռանանք, թե ինչպես է ժամանակին մեր մեծ բանաստեղծ ասում. Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ ոքից չեն գերադասում։ Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք արարատ ունենք։ Եվ որ այստեղ բարձրիկ Սևանում երկինքը իր ճիշտ պատճեն հանում, պարզապես Դավիթ այստեղ է գրվել, պարզապես Նարեկ այստեղ է գրվել, պարզապես ժայրից վանք է թել, քարիչն էր ձուկ և թրչուն կավից, Ուսման համար աշակերտ է, եկեղցին, բանում, սևին, Դավին, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ ոքից չեն գերադասում, պարզապես մեր կյանքը ուրիշ է եղել, պարզապես շատ ենք մենք արյուն եղել, պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում միշտ եղել ենք շատ և եղել կանգուն։ Եթե գերել ենք լոգ մեր գրքերով, եթե գերել ենք լոգ մեր ձեռքերով, պարզապես մահն էր մեզ սիրահարվել, իսկ մենք ինքնական նրան չենք տրվել, ու երբ ճարահատ մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ հասել, որտեղ էլ եղել, գնացել ենք մենք ամենքի համար, շինել ենք կամուրջ, կապել ենք համար, ամեն տեղ հերքել ենք, հասել ենք վերքել, ամենքին տվել ենք միտք, արած, երքել, պաշտպանել նրանց հոգևոր սրտից, ամեն տեղ թողել մեր աչքից ցոլան։ Մեր հոգուց մասունք և իշխար սրտից, մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք այ, գիտեն դեռ չանցած վերքերիս տնքը, բայց նոր խնդությամբ ցնցալու չէ, գիտեն թշնամու կողմը մխրճվել ու բարեկամին դառնալ աճակից, դուրս գալ մեզ արած վարության տակից, մեկի փախարել տասնատուցելով, հոգու դարդար և արելքի, գիտենք պայքարել մեր կյանքով նաև, բայց թե կամենան մեզ բռնի վարենք, մենք գիտենք մխա և կրակ մարել, ու թե պետք է խավարեցրել, գիտենք
գիտենք փոխրանան որպես վարկերում, և գիտենք նաև մեզ կրքոտ սիրեն, բայց ուրիշների միշտ էլ հարգելով։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք երադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, և ինչու պիտի չպարտանանք, կանք, պիտի լինենք, ու դեր շատանանք։ Я от имени республики, от имени правительства, проживающих в Кабардино-Балкарии, я хочу истинно отблагодарить проживающих в Кабардино-Балкарии всех людям, правительство Кабардино-Балкарии, что нужным моментом, когда Армения нуждается в любом помощи, именно в 1988 году, было такое, что и Кабардино-Балкария руку потянул, помог. В санаториях, в любом помещении помог и держал Республику Армению. Низкий поклон Республике Кабардино-Балкарию с уважением, потому что это очень большая честь. И каждому нацию я пожелаю того, что только не было такой горе, что все на радости были. Безусловно, 30-летие катастрофического землетрясения в Армении одно из наших самых любимых республик того времени, когда мы были все единым народом и гражданами Советского Союза. Эта трагедия сплотила всех нас. Я помню, не было ни одного человека, ни одного дома, где люди не переживали бы о том, что случилось с братской Арменией, о том, что Армения вновь оказалась в очень трагическом своем периоде своей жизни. Спитак мне напомнил последний день Помпеи, который мы все помним еще со школьных лет. Эту тяжелейшую картину, эту драму человеческого общества, когда силы природы оказываются сильнее всех наших представлений и опровергают то, что мы можем сделать все, что хотим с природными явлениями. Увы, нет. Но наша задача, наше желание, наше стремление всемерно поддерживать тех, кто попал в такие трагические обстоятельства. И наш советский народ, все республики, буквально все встали единой семьей, поднялись на помощь Армении. И сегодня, конечно, я не могу не склонить голову перед жертвами Спитака, не пожелать армянскому народу больше никогда не испытывать, не подвергаться такой беде. В то время, когда случилась эта страшная трагедия, я был курсантом военно-медицинской ордена Ленина Краснознаменной Академии имени Сергея Михайловича Кирова в Ленинграде. Я знаю, что мы сами порывались поехать оказать какую-то посильную помощь, потому что это была страшная трагедия. Это была трагедия, связанная с судьбами людей, в том числе и с курсантами нашей академии из Армении, которые учились с нами. Около 100 выдающихся специалистов военно-медицинской службы были направлены в Армению. Прежде всего, это военно-полевые хирурги, это травматологи, педиатры, военные психологи на помощь армянскому народу. Я хочу пожелать, чтобы все беды этого прекрасного, мудрого, древнего народа закончились, и никогда больше подобное не повторялось. И чтобы эти белые шары, которые запущены в небо, олицетворяли не только память об этой трагедии, а чтобы это олицетворяло своего рода возрождение и армянского народа, и всех содружественных народов, которые были вовлечены и которые были направлены на спасение людей. А это без малого
Значит, с нашей стороны было 20 тысяч спасателей, 45 тысяч строителей. Помощь была из 111 стран мира, в том числе Франции, Италии, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, со всех концов мира люди готовы были помочь. Вот чтобы это было олицетворением возрождения. Возрождение нашей дружбы, нашей взаимопомощи, возрождение нашего межнационального братства. Thank you.
Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Увидимся в следующей программе о главном и не только. Будьте счастливы!